В Страсбурге треснула вторая рождественская елка. Расходы на новое дерево составят дополнительные 50 тысяч евро. Рождественская елка в Страсбурге, которую установили в последний день октября, треснула. Через несколько дней на ее место поставят новое рождественское дерево, передает Укринформ. Трещина сейчас небольшая, около 15 см, но в интересах безопасности мэрия приняла решение заменить елку. Мы решили как можно быстрее убрать это, уже второе по счету дерево. Первое дало трещину еще при транспортировке и в город не доехало, ред. И заменить его третьим. Невозможно сказать точно, что стало причиной возникновения трещины, увеличение дерева в объемах или недостаточная стойкость к ветру, но мы вынуждены принять превентивные меры, заявил мэр Страсбурга Ролан Рис. Отмечается, что на 30-метровой елке было мало веток и работники компании, нанятой мэрией, пытались вручную добавить их. Как раз после завершения этой работы и была выявлена трещина. Не исключено, что дерево не выдержало веса добавленных веток. В мэрии уже подсчитали, что расходы на новое дерево составят 50 тысяч евро. Власти заверяют, что успеют с украшением елки до 24 ноября, когда запланировано торжественное зажигание праздничных огоньков. Страсбург во время Рождества посещает около 2 миллионов туристов. Рождественский рынок на центральной площади города считается одним из лучших в Европе. Как сообщал корреспондент Нет, на новогодние и рождественские праздники Украину ждут парные и тройные выходные, но в целом украинцы будут отдыхать на день меньше, чем на зимние праздники в прошлом году. По материалам сайта news.com.